Шамиль Зубаиров, 97 килограммов. Слушай, ну, победа в концовке вообще дорогого стоит. Верил, что получится прием? Честно сказать, мы с тренером Айгубом Садриновичем на протяжении 2 месяцев мы работали, чтобы 6 минут атаковать. У меня, как он сказал, в первом периоде не получалось, но во втором периоде у меня эти слова были всегда в голове. Я старался что-то делать, хоть дергать, хоть что-нибудь. И вы видите, в конце по-любому плоды дали этой работы. Слушай, тренер абсолютно прав. Вот американский стиль борьбы, они борются даже уже, когда свисток судьи. То есть они идут все время в атаку. Очень часто им это приносит победу. Вы знаете, вот данный этап, данное время в вольной борьбе выигрывать только в таком темпе, кто борется. Вот они, иранцы, американцы, наши техники говорят. А кто 6 минут борется, они рано или поздно по-любому своего тела добиваются. И я думаю, уже да, многим надо именно в этом темпе бороться. На сегодняшний день это выигрывает. Как сказать, вот этот стиль борьбы выигрывает. Кто из сегодняшних звезд значит, мировой борьбы импонирует и кто вот, предлагает такую манеру борьбы? Это я за ней. И тот же Тейлор. Ну, американцы, иранцы. Это и Разамбек Джамалов тоже так же. 6 минут без остановки борется. Много таких. И они выигрывают. Ну и тогда назови, на твой взгляд, невзирая на весовые категории, тройку сегодня самых интересных борцов мира. Это конечно же, Абдулрашид Саадлаев. Первое место. Это Хасан Яздани. И это Разамбек Джамалов. Мне честно сказать, вот эти три, вот они трое мне очень сильно нравятся. А слушай, неожиданно было, что Разамбек буквально вот 2 недели назад или дней 10 стал чемпионом в Наро-Фоминске? Это не было неожиданно. Почему? Потому что я знаю, как Разамбек тренируется, я знаю, как он со своим личным тренером работает. У него очень сильный, очень хороший личный тренер Адам Сайдиев. Очень скромно. И этот парень полностью отдается борьбе. И я знал, что он рано или поздно свое по-любому заберет. Я ему желаю удачи дальнейшем. Пусть его борьба становится только лучше. Он даже чем-то по манере немножечко на Адама похож вот есть. По борьбе. Как он руки снизу засовывает. Там есть много моментов. Яблоко от яблони далеко не падает.